Так, ну что, народ, неожиданно обнаружилось швепс с мандариновым вкусом. Ну где такое вообще найдешь больше, как в Турции? 250 миллилитров стоит, не могу я понять, 6 по 250 стоит, ну вот со скидкой 7,25 местных, то есть 60 баксов. Нормально? Сами поделите на 6, 3,60 баксов поделите на 6. Все, пока.